Скажите, пожалуйста, вот вы, ну, как и все, используете термин вид. А что вы под этим понимаете? Сейчас худо-бедно 20 с лишним определений есть. Ну, в моем представлении вид это определенная система. Система, динамическая система, да. А что не подходит под это определение? Ну, а дальше требуется описание вида именно как динамической системы. Не как совокупности каких-то особей, обладающих морфофизиологическими свойствами, а именно как система, которая имеет свои автомодельные функции. Да, она где-то начинается и где-то заканчивается, есть переход от одного вида к другому. У вида есть начало и есть конец. И есть определенное автомодельное развитие. Так вот это у любого таксона есть. И у любого таксона есть. Но законы этого развития нами пока к ним даже не подошли. Мы эти законы не знаем. Нет, никак. Владимир Альбертович, вот вы везде показываете цикличность, да, и пишете даже в первом пункте цикл. Но это же не цикл, это квазициклы, потому что спиральное же развитие идет. Они же не возвращаются в ту же самую точку. Нет, дело в том, что то, что они не возвращаются в ту же самую точку, это не значит, что это спиральное развитие. Ну, вы же сами нет. Дело в том, что они возвращаются к тому же этапу, не в ту же точку. Они не в ту же точку возвращаются, они изменяются в ту же точку. Но к этапу они возвращаются к тому же. Спираль, она не имеет своего начала и конца, понимаете? Спираль была введена... Значит, мы этим самым диалектикой материалистической, да. И это, в общем-то, был, как бы сказать, очень нехороший пример, который не соответствует по-настоящему действительности. Не могу с вами согласиться. Можно вопрос? У вас был слайд с графиком, где геохронологическая шкала была по одной оси, а там были отложены какие-то... По Соболеву, вот, да? Это что по вертикальной оси здесь отложено? Значит, по вертикальной оси здесь, видимо, отложено количество видов, мне кажется, там было отложено. Количество видов в типе или семействе, да. Ну, кстати, у Северцева есть такая же иллюстрация, только она у него не такая широкая. Там у него это... по-моему, количество видов в таксоне. В каком-то конкретном? Или... Да, там в то ли там на кого-то ссылка есть, не его это ссылка, в учебнике 2005 года. Там, как бы сказать, выделено вот один сегмент такой взят не отсюда, а из другой. Я просто довольно много работал с палеонтологической летописью, с данными по видовому разнообразию, и нигде таких вот красивых штук я... Не видел по современному. Да, но это вот ссылка, взял я это из Назарова, он ссылается на Личкова. Вот, у самого Соболева. Ну, в 65-м году еще данные были очень. Это филоциклы у него. У Соболева филоциклы, то есть начало и конец таксона. Да. То есть как онтогенез, ну это вот то, что сейчас мы говорим. Это не абстракция. Численностью привязывать нельзя. Нет, это вообще ни к чему нельзя привязывать. У Северцева есть привязка к численности. Да, совершенно. Но если бы там не было написано карбон, перм и так далее, не задавал бы вопрос.